Администрация продолжает серию встреч для жителей. Как правильно выбрать шар для боулинга и выбить страйк, узнали химчане всех возрастов. Как выбирать шар? Это в зависимости от веса шара и в зависимости от расположения отверстий, чтобы комфортно было руке и чтобы она, грубо говоря, не уставала после игры, чтобы человек получал наслаждение от игры, а не ходил с больной рукой потом. Олеся Пан часто посещает такие мастер-классы, чтобы быть на одной волне со своими двумя детьми. На этой неделе это уже третий мастер-класс. Мастер-классы всегда полезны, не только для химчан. Я живу здесь 9 лет, и я хочу сказать, что такие вещи заставляют реально гордиться тем местом, где ты находишься. Неважно, сколько километров от МКАД, мы все равно вся Россия. И мне очень приятно, что начали заниматься не только культурной столицей, не только Москвой, но и такими приближенными городами. Потому что они тоже красивы. У нас сейчас открываются куча парков, и это тоже очень приятно. Спасибо большое, что стали следить за этим. Такие встречи объединяют и позволяют провести время с пользой. Это возможность пообщаться с представителями власти, с депутатским корпусом, с общественными организациями в неформальной обстановке. Потому что здесь, ну как ни крути, обстановка раскрепощенная. И сегодня ко мне подходили несколько человек, задавали опросы, на которые они получили интересующих ответ. Вам спасибо, что вы посещаете такие наши мероприятия, которые совместно администрация проводит, на которых мы сами участвуем. Все это, конечно, под патронажем губернатора, идея губернатора Андрея Юрьевича. Поддерживается активно Дмитрием Волошиным. Мы будем рады вас видеть и на других мероприятиях, которые в нашем городском округе проходят. Какие мастер-классы проходят в Химках? Информация на сайте администрации городского округа.